В небольшой деревне Яр сегодня открыли новую спортивную площадку. Это инициатива сельских жителей, на которую направили 3 миллиона рублей из бюджета. Площадку размером 15 на 30 метров для занятий футболом, баскетболом и волейболом сделали во дворе школы. Почти все ее ученики занимаются в спортивных секциях. А детская команда футболистов является чемпионом района. Инициативные проекты граждан после отбора и защиты на комиссии финансируют из областной казны. В Юлторовском районе выбирают один серьезный проект в год. Сперва, вообще-то, я хотела, чтобы, когда дети маленькие были, детскую площадку для детей. Но это, конечно, в дальнейшем, я думаю, так продолжу. Но потом решила, что вот раз у нас дети без спортивной площадки, вот это важнее –